Ну что, готов представить свое детище, которым занимался, наверное, последний месяц. Коптилка универсальная, горячего и холодного копчения. Она же еще впоследствии будет и сушилкой для рыбы или мяса. Здесь у меня двойные стенки с утеплителем. Тен на 1,8 кВт. Приемная труба для дыма. Датчик температуры и терморегулятор данным теном. Сверху выхлопная труба, назовем ее так, закрывается. Значит, здесь пристроен генератор дыма, приемное окно. Значит, что здесь? Это сделано из кулера. Легкосъемное соединение, инжектор подключается, ну, назовем это гибкий, но все-таки он из нержавейки шланг. Здесь баночка для копоти всякой, которая не должна попадать. И маленькое ноу-хау, то что у меня здесь стоит не тройники, а четвертники. За счет вот этой гайки можно будет, не разбирая всю конструкцию, просто чистить. И здесь также вверху открывается и чистится. Сзади у меня управление, это идет подключение тена, терморегулятор, датчик температуры, ну, электричество. Из неудобств непонятно, когда работает тен, когда нет. Поэтому сюда подключу еще контрольную лампочку, и будет видно, тен включен или выключен. Сейчас буду подключать и еще раз продемонстрирую.